Привет, дорогие друзья, с вами снова я, Леон, Бравл Старс, 30 сундуков. Ну вы понимаете, что это, да? У меня не хватает 8 кубков, давайте зайдем в захват кристаллов, что вам 20 ранг на Шелест. Я вообще соглашусь с Эй, скажу, как-то тяжко, очень тяжко пытается, получается, не получается, потому что мы до сих пор нет мне 20 ранга, апнуть ранг, я удивлен. Они реально легко. Мы легко, какие они. Мы легко просто на-на-на-на-на. Это скилл ихний. Молодцы. Ну, ничего не делать. Просто вот так надо и все, надеюсь. Я в кустах постою, вот идет кольт. И он так делает на-на-на. Так, я просто буду вас дефать. Я тут как халявщик постою. Вот эти жизни у них вот так оп-оп-оп, и все, нету. Все, лутайтесь, я просто. Простою, мне вы не представляете как. Нужен 20 ранг, особенно на видео. Вы не представляете. А может и представляете, кто его знает. Ну, вы же тоже, наверное, апали. Ранги 20, 35, 45, максимально 35, я знаю, я все знаю. И все, ну, знаете, я это знаю, понимаете? Забирай, забирай, я вас прикрою, забирай. Ну-ну-ну-ну-ну-ну. Вот это скилл, вот это скилл. Ладно. Ребят, вы не представляете, как я буду рад, если я сделаю это наконец-то. А сделаю что? Сделаю 20 ранг. Взял просто своим телом, прикрылся товарищей, чтобы они жили долго и счастливо. Это я просто теряю речь, дорогие друзья. Смотрите. 20 ранг. Плюс 300. Ладно, да. Ну, ребят, 20 ранг. Посмотрите. Прекрасно, я рад очень сильно, мне кажется, за 20 ранг. Не за 30 сундуков. Ну, давайте же открывать потихонечку. Пошел на раздачу, ничего не выпало. Выпало. Как считаете? Ну, напишите в комментариях, поставьте на паузу, выпадет ли нам игрок или нет. Давайте же. Так, упали, когда мне Дзеф, друзья, кинул. Он в игре, в сети. Так, ребята, открываю волнительно. Честно, так, такое, так много никогда не открывал, так. Билете. Нормально. То давайте, идет, 20-очка, проматываем, тут ничего нету. Так, почему открывание быстро? Мне кажется, так намного интереснее. Кристальчики, спасибо. Всегда нужны камень, если будет реакция на игрока такая. Вот это да! Нам упал игрок, ребята! Это очень хорошо. Так, ну, мы можем прокачать, сколько мы игроков можем прокачать? Уже троих. Прикольно. Прикольно. Так, открываем, давайте. Ладно, хотел сказать побыстрее. Давайте реально побыстрее, это как-то... Вас задерживать не знаю смысл. О, 5 секунд. Выйти. Ай-яй-яй-яй, доиграю верную склад. Случайно. Ребят, как видите, удивлен, выиграл. Фух, нормально. Давайте продолжаем открывать. Раз, тормозим. Не то. Эй. Давайте же. Потихонечку, но верно. Может кто-то и выпадет, давайте. То вообще, когда один пугаюсь, то два надо уже пугаться, прям. Кричать во весь рот. Ну по 5 нормально выпадает. Нормально. Так. 4 бойца уже можно качнуть. Ага. Так, друзья. Что же будет? Что же будет, да. Прикиньте, Лего Леон падает или Ворон, Спайки, Сэнди еще есть, да? Верно, вроде верно. Так, не быстро, так же тормозим. Ребята, чё, никого не будет, так не бывает. Давай
кто-то будет, давай, кто-то будет. Большой, ну как небольшой, а один из больших. Уже 6 игроков. Интересно, денег хватит или нет? Вот отставил на потом, откроем маленький еще. Так, еще давайте деньги заберем для прокачки. Что так? Так. Открываем. Ну, что сказать. Открывали, было интересно. Интересно, окей. Давайте качнем кольца. Ой, как много денег, смотрите, как у меня было. Бо. Эль Прима. Динамайк. Ну и Пенни. И косарь голды остается. Прекрасно, мы так с вами поднялись. Ах, не будет косаря голды. Ну, денег немного, еще совсем чуть. И Пенни может, да, 8-й качать. Ой, ребята, у нас событие какое-то. Осада, играйте, радуйтесь. Кстати, давайте еще по игре 1 откроем. Покажу вам, может выпадет кто-то. Ребята, не получилось. Я могу вам сказать только до свидания. И удачного дня. Вот так. Ну, что вам сказать. Вот, увы, ничего не выпало. Но будем стараться, будем копить. Большая игра еще есть. 8 есть. Будем играть. Так что так. До скорых встреч.